Всем привет, ребята! Сегодня 16 сентября. Замечательная погода. Мы в лесу. Киевская область, Украина. И вот находочки наши на сегодняшний день. Белые грибы. Смотрите, какие. Тут уже старенькие, переросшие. Вот молоденькие. Вот, смотрите, видео снимаю, а тут прямо... А нет, это поганка. Думала, белый гриб лезет. Это поганка. Вон, смотрите, малыш нашел какой большой боровик. Молодец. Так, ну что, сейчас мы их почистим и пойдем дальше, покажем вам. И вот, идя по бору, смотрите, как, ребята, лезут белые грибы. Вон какой стоит. А вот это вот такой маленький. А это не белый, это маслячок. А это что-то идет тут, вот смотри. Раз, открываем, а тут молоденький белый, видишь? Да. Вот, а вон, смотри, подай мне тут грибок. Вон, передо мной, перед камерой. Да. Давай сюда его почищу. Нет. Вон, смотри. Вот этот. Да, а там рядышком, посмотри, возле него никого нету. Никого нету. Ну давай его сюда. Ой, какой красивый. Ох, хороший. Сейчас будем чистить. Находочка. Вот, смотрите, какой боровичок красивый. Аппетитный. Какая-то находочка. Сейчас посмотрим. Первый польский. Сейчас. Иди посмотри, отрежем ножку, хороший, нечервивый, вот польский. А я еще плевее нашел, кстати, раньше. И ты нашел польский? Да, я где-то ходила. Молодец. Ну, идем дальше, смотрим. Кто-то рыбу уже собирал. Ну, понятно. Я ходила там видеть. Вот. Мухоморчик красный. Так, идем дальше. Смотрим, что здесь. Находочки грибные. Смотрим. Белый. Ой, извините, это польский. Это не белый. И вот еще. Короче говоря, Самуил нашла белые грибочки. Ой, польские грибочки. Вот. Поляки уже... нашла. Я тут давно уже хожу с одним польским. Один нашел, да? Да, давно. Давай сейчас почистим. Думала, что белые. Такие польские, красивые.